Опасный треугольник. Возить детей можно будет только в автокреслах. Госавтоинспекторы за, вот родители против. Поближе к земле. Амичи тратят миллионы, скупая коттеджи. Эксперты составили рейтинг поселков. Как курица лапой. Что общего между росчерком на листе и музыкальным почерком? И почему мы разучились писать от руки? Смотрите «Омск здесь» в субботу в 20:00 и в 23:30.